Здравствуйте, с вами звездный прогноз на канале ENSC49. Мудрецы говорят, тот, кому удастся узнать свой завтрашний день, будет спокойнее чувствовать себя в сегодняшнем. Так давайте узнаем, какое будущее приготовили нам звезды. Овны. Грядущий день определенно хорош для работы. Вы с легкостью справитесь с выполнением всех своих трудовых обязанностей. У тельцов 1 апреля хорошее время для поездок с целью продвижения своего бизнеса. Главное не ждать быстрых результатов. Всему свое время. Близнецы, вспомните про коллективные занятия спортом. Футбол, волейбол или теннис смогут возродить в вас соревновательный дух. Раки будут находиться в прекрасном самочувствии, и это хорошо. В борьбе с головоломками дня свежие силы не помешают. Львы, посвятите время любимому человеку, совместная прогулка или просто общение, что еще для счастья нужно. Девам не принесут удовлетворения карьерные дела. Впрочем, выбрав другие занятия, такие как благотворительность и бескорыстная работа, вы обретете былое равновесие. Весы, давно вы не прислушивались к голосу своего сердца, а ведь интуиция может четко подсказать порядок ваших действий. Скорпионы, не стоит игнорировать здоровый образ жизни. Отсюда и плохое самочувствие. Начните с правильного питания, это поможет чувствовать себя лучше. Стрельцам предстоит прожить отличный день. Судьба позволит вам наконец-то исправить ошибки в личной жизни. Козероги, хотите, чтобы вас заметили, смелее проявляйте себя. Удача любит энергичных и деятельных людей. Водолеи, в свободное от работы время звезды советуют вам развеяться и прогуляться. Встреча с друзьями станет отличным завершением вечера. Рыбам звезды предлагают отложить на время все заботы и посетить салон красоты. Новый имидж – это то, что вам сейчас нужно. На этом все. С вами была я, Яна Соловьева. Надейтесь на звезды и полагайтесь на себя.